специальное предложение сегодняшнего дня. Абсолютный бестселлер. Ваше здоровье этой зимой в руках у верблюжьей шерсти. Когда вы успеете заказать эту необыкновенно стильную, такую полезную, доброе тепло и здоровье. Знаете, я сегодня с утра испытала стресс. Вообще, они меня сейчас, эти стрессы, преследуют. Но когда я надела леггинсы, надела жилет Фабади, даже этот снуд очаровательный, я почувствовала себя в чудесном коконе, теплом, я почувствовала себя защищенной. Знаете, улучшилось кровообращение, мне стало лучше. Это самый прекрасный подарок к Новому году. Это проявление любви, заботы и счастья. Последний раз и первый раз по такой цене жилет по Фабади появляется. 2999 рублей. 90% верблюжьей шерсти. Вы представляете, какая это прелесть, всего за 2999 рублей. В нашей студии очаровательная Ольга Крупина. Она официальный представитель бренда Фабади. Оленька, привет еще раз. Расскажи. Привет еще раз. Смотри, я вот сейчас вот просто глажу, да, с удовольствием как раз вот этот вот мех. Это натуральная шерсть верблюда. Здесь ее 90%. Мех глубокий, пышный, а самое главное, он такой теплый, он дает нам сухое тепло, выводит лишнюю влагу от нашего организма, очень хорошо работает с такими болезнями, как радикулит, различные артриты, воспалительные какие-то заболевания, защемление нервов, например, тот же седалищный нерв, да, все, у кого, например, что-то не в порядке с почками, опять же, это вся мочеполовая система. Почему я так говорю и называю столько? Это еще не весь перечень, да, это еще далеко не весь список, а потому что жилет удлиненной формы, специально удлиненный крой, лекала созданы таким образом, чтобы они подошли и дамы, и могли носить его, да, и дамы, и мужчины, и подростки, то есть у меня нет никаких вот ограничений до 75 сантиметров, вот так где-то от 72, в зависимости от размера, до 75 сантиметров вот такая вот длина. Укрывает он нас полностью, начиная от нашего атланта. Что такое атлант? Это главный позвонок в нашей шейном отделе. И заканчивая даже зоной бедер, зоной ягодиц. И вот когда мы полностью укутаны, как ты правильно сказала, вот таким вот теплом, мы сразу ощущаем, мы попадаем, знаешь, как в заботливые объятия. Это вот бренд Фабади, это любовь, это забота, это тепло, это комфорт и это профилактика любых воспалительных, простудных заболеваний, каких-то отечных. А самое главное, ведь это прекрасный массаж. Вот ты сама сказала, что у тебя такой эффект расслабления. А за счет чего? Микромассаж, который производит шерсть верблюда, и работает ланолин, который в составе. Кстати, вы знаете о том, что именно в шерсти верблюда самое большое количество содержания ланолина? А что это такое ланолин? Это, мои дорогие, это животный воск. Он немножечко напоминает пчелиный воск, да, или мед, когда он такой вот уже зимний, густой. Посмотрите, какая консистенция, да, немножко так липнет. Что он нам дает? Он питает нашу кожу необходимыми питательными веществами. Он помогает нашим сосудам раскрыться, а это значит, мы налаживаем кровоток. Мы заботимся о кровотоке, а значит, еще и идет питательные вещества каждому органу. Давайте выберем цвет. Бежевый я выбираю нейтральный, клетка на Анечке и скандинавские узоры на Оленьке. Размер от 48 до 58. Наш жилет большемерит. Оленька, расскажи, что это значит, как выбирать размер? Ты знаешь, на самом деле, да, вот то, что написано большемерит, потому что, когда мы смотрим на жилет, ощущение такое, что он достаточно просторный, да. Сделано это следующим образом. Жилет предполагается носить как на тонкую водолазочку, как сейчас вот вы три грации это делаете, а можно носить и на какой-то, например, на пальтишко, на курточку. Поэтому он должен именно иметь такое свободное облегание. Двойные размеры, поэтому можно брать размер в размер. И самое главное, что здесь натуральная шерсть, 90% наш, вот мой любимый бренд Фабади, да, 90% именно верблюжья шерсть. И знаешь, почему мы использовали именно верблюжью шерсть, даже вот не овечью? Потому что она, опять же, по мировым стандартам признана самой
теплой, самой износостойкой. Она гипоаллергенна, то есть ее можно носить всем, абсолютно не накапливать никакой грязи, пыли. Вот это тоже очень важно. То есть у нее такое свойство, ты знаешь, самоочищение. И даже аллергики или у кого. Вот сейчас очень у многих проблемы с дыхательными путями. Да. Но будем честны. Да? Так вот именно шерсть верблюда, благодаря тому, что не накапливают. Вот они, эти прекрасные животные. Да, корабль пустыни. Абсолютно. Как называют верблюда. Да. Вот он, корабль пустыни, который отдает свою удивительную шерсть. Каждый волосок полый внутри вот этой шерсти. И он дает необыкновенное доброе тепло. Палящий зной, кстати, достигает 80 градусов на солнце шерсть верблюда. Но где кожа? Всего 40. Понимаете, какими свойствами обладает уникальная верблюжья шерсть? 15 лет вы будете минимум носить этот жилет, потому что верблюжья шерсть значительно прочнее даже овечьей. Не электризуется, сохраняет изначальную форму, воздухопроницаемость. Гипоаллергенен. Доверьтесь природе. Доверьтесь природе. Ольга, какие проблемы решаем? Потому что просто жилет это было бы не для нас. Фабади – это стиль, это семейные традиции и это здоровье. Какие проблемы? Абсолютно. Ну, конечно, это все проблемы, связанные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в плане, да, вот спазмированных мышц. Если болят суставы, если есть отечность, в том числе в зоне спины, плечевой пояс, это разгрузка наших мышц, это радикулиты, это остеопорозы, это, опять же, артриты, это какие-то воспалительные заболевания, не дай бог, у кого-то в зоне почек, да. Если это мочеполовая система, поэтому мы специально сделали жилет удлиненным для того, чтобы максимально проработать буквально каждую частичку нашей вот верхней части тела. И главное, без таблеток, без каких-то химических веществ. Ну, давай вот вспомним, да, вот мы берем Монголию, потому что, опять же, я представляю монгольский бренд, да, мой любимый бренд, с которым я сотрудничаю уже не первый год. И мы уже все обожаем, у меня уже все близкие, они говорят, боже, как мы жили раньше, что такое, да? Мы просто не знали о том, что природа может подарить нам такое чудо, причем подарить как бы сознательно. И какое чудо? Чудо восстановления своего организма. Да. Восстановление даже подвижности, активности. Конечно. Все просто. Те, кто не верят. Вот для неверующей Фомы, неверующего Фомы, смотрите, кровообращение улучшается. Абсолютно. За счет улучшение кровообращения, улучшается все в вашем организме и в вашей жизни. Звоните нам по бесплатному номеру, участвуйте в лестнице скидок, наслаждайтесь покупками, дарите тепло к Новому году!